В прошлом году уссурийская организация «Туган-Ил» приняла участие в федеральном народном празднике «Сабантуй». Праздник плуга во Владивостоке шумно отмечают татары и башкиры со всей страны. В этом году он будет проходить с меньшим размахом, но на том же месте. 29 июня члены уссурийской общественной организации «Татары-башкир» встретят краевой «Сабантуй» на спортивной набережной. Там фонтаны, там будут палатки устраиваться, там тоже будет кулинарная выставка кулинарных изделий, выставка декоративно-прикладные и, конечно, различные аттракционы, которыми славится татарский башкирский Сабантуй. Члены уссурийской организации уже готовятся к этому празднику. Руководство планирует выезд во Владивосток для репетиции. Председатель Туган-Ил предложил значительно расширить границы местного Сабантуя. Почему не делать это международный Сабантуй Приморья? Почему это не делать именно уссурийскую? Мы делаем такие большие мероприятия. Вот Борисовка, да, отличный праздник, хоровод дружбы. Участники встречи обсуждали подготовку к более далекому, но не менее торжественному дню города. Члены уссурийской организации «Татары-башкир» уже много лет радуют жителей города своими национальными костюмами. В этом году они предложили всем представителям населяющих уссурийск народностей облачиться в традиционную одежду. Также на этой встрече активистка организации Василя Давиденко была награждена грамотой главы округа. Ну, огромное вам спасибо. Значит, вот такая вот грамота почетная. Премия в грамоте. Организация «Туган-Ил» была создана в 2001 году. Уссурийские татары и башкиры уже давно стали активными участниками многонациональной городской жизни. Сейчас они готовятся к участию в конкурсе социально значимых проектов. Если «Туган-Ил» выиграет грант, то это поможет организации обустроить постоянное место для сборов и собственную библиотеку. Евгений Талов, Александр Синельников, Телемикс.